Дальше что распаковываем? Какую коробку? Какую? Вот эту с красным и синим? Да. Все. Все, устраиваем. Папа, помогай. Тяжелая. Да возьми ты ножницы. Чик-чик-чик, и все. Нету. Быстрее будет. Настюша качается в кресло. Да? Балдеет, да? Держишь? И что это у Настюши там? Лошадки. Две, да? И не только лошадочки, не просто лошадочки, это одетые лошадочки. Да. Ну, открывай. Может, они там привязаны к чему-то. Это одетые лошадочки. И там еще есть расческа, чтобы Настя могла расчесать их. Да. Вот, Настя уже сама сейчас выпрыгнет из этого, из кресла. Господи, у меня реально горло болит. Это еще холодного хлебалось. Не вывалишься? Настя, ты не упадешь? Нет. Пока Тёма отдыхает на кровати, Настя в его кресло-качалке качается, да? Настюша не может на качели бегать, качаться? Искала ей платье. Зашла в это самое, на привокзальном. Да, на. Что дать? Вот этого? Зашла на привокзальном. Там зашла в один магазин. Там платье, которое она прям вот давно, летом, в прошлом летом, она увидела его и очень хотела. Я спросила, почем. Она говорит, 1900. Я говорю, а на сколько лет? Говорит, на 5 лет. Я такая смотрю, там платье реально для человека взрослого. Я говорю, а вашей дочке сколько лет? Я такая говорю, ну тоже 5 лет. Ну, конечно, для этого платья она утонет реально в нем. Тимоська, Тимоська. Ну, сейчас. Держи. Красивая, тебе нравится? И волосы красивые, и в юбочке красивой. Дай покажу поближе. Покажу подписчикам поближе. Вот такой хвостик, такой красивый, красивый. И юбочка очень красивая. Такая лошадка. И вот это. И у нее вот тут вот какой-то браслетик на шее. Голова поворачивается. Очень красивая. Тимоська, дай голубую покажу. Вот такая еще голубая, тоже в юбочке, в розовой. Голова тоже поворачивается. Тут это самое ожерелье на шее у нее. Волосы очень красивые. Тоже. И хвостик очень красивый, пушистый. Настя уже начала его... Как их зовут, Настя? Как их зовут? А ну, посмотри там. Очень симпатичный. Вот этого Лоримар. Лоримар? Ага. Так это же мальчик вроде как. А вот то Астерия. Астерия и Лоримар. Угу. Вот такие вот две понясочки. Ой, что? Лошадочки красивые. И наклеечки тоже красивые. Покажи. Дай. Две. Вот наклеечки. Так, и что? И что теперь, Настюша? Идем дальше? Тоже голубой. Какой голубой? Вот этот? Да. Этот хочешь? Давай. Чего ты ищешь? Ножницы. Да. Я так, по-быстрому.
Открывай, давай. Тяжелый. Тяжелый? Давай, посмотри, что там? Тяжелый, а что там? Это? У тебя же был такой. Что это? Слайм. Давай потом его откроем. Вот такой слайм красивый. Да, золотой. Это что? А теперь какой? Тоже большую коробку? Большую розовую коробку? Красная есть или столько? На, давай. Зай, он есть не захотел. Дай его сюда, помоги ей. Ну, Тимоська, приходил ко мне, Тимоська, поиграли мы немножко. Иди сюда. Папа! Не вывалишься? Нет. Ему нет, не есть охота, ему охота посмотреть, как же вы играетесь, что же вы делаете, да? Тихо, аккуратно, не больно. Да. Что это? Что это, Настя? Лол. Это Лол. А теперь, папа, доставай батареи. Это не нужны? Я же на стол ложу. Я же сказала, в нижний шкаф. Или нет, нет, вот там, в ту нишу. Насте мотоцикл купили, подарили, да? Да, для папа, тебя. Сделай. Давай себе. Вот. И голова ложки. Вот. Ну, а батареи? Чтобы вот эти светились. Угу. И пока папа там... Это самое. Делает мотоцикл. Мы будем открывать другой подарок, да? Да. Давай. Давай. Давай этот. Сначала, потом красный. Тут тоже ленточка. Тоже ленточка. Давай, открывай. Тома. Вот, еще один. Еще один. Дай, мама. Откроет. Чуть разорвет его. Да. Ну. Что тебе там попалось? Лисенок. Лисенок. Да. Лисенок такой. Классненький, да? Классный, да. Такой лисенок. Попался. Я не, да, могу фокусировать экран, лисенок. Потому что у меня на руках ложка маленький. Да? Что тут написано? Потому что Тёма у мамы на руках. А здесь я не знаю, на английском, на русском. На русском. Руби. Вот такой лисенок красивый. Красивый, няшный, няшный. Пол сам. Такой мягенький, пушистенький. Слушай. А. Пол самка, место обитания Франция, семейство лисица. Руби очень умная и находчивая лисичка. Вот так вот. Это Руби. Познакомьтесь. Очень умная и находчивая лисичка. Да. Так, давай дальше открывать. А вон еще сколько, один подошел. Давай. Синий или красный? Давай вот так открою. Ну, давай. На. Что там? Хотите динозаврик?
Динозаврики! Это вот такой пакетик с динозавриками. Посмотрим, какой динозаврик. Называется... Собери коллекцию динозавров. Нет. Называется Сафирс. Собери коллекцию дракончиков. Вот тут всякая всячина. Давай сначала покажем, как работает мотоцикл. Ну, пап, помоги, он очень тяжелый. Как он включается? Ничего себе! Смотри на Тёму. Тёма вообще! Дай покажу. Вот такой красивый. Он ездит. Подожди, подожди. Куда он поехал? Настя, тебе нравится подарок? Это супер, да? Тебе, Настя, нравится? Всё. Очень красиво, да? Дай ей, дай ей. Папа сам засмотрелся. Нравится, Настюш? Да. Обалденный подарочек, да? Да. Ну все, это все подарки, вот, которые мы сейчас открыли. Все подарки вот эти подарила Настюше. Кто? Аня! Да. Сестричка Аня из Португалии отправила денег, и мама купила Настюше много-много-много подарков. Да? Да. А также... А что надо сказать сестричке? И что надо сестричке сказать? Скажи большое спасибо. Ну так ты в камеру смотри, скажи. Спасибо. И все? Аня, спасибо, я тебя люблю. Вот, Анечке спасибо, потому что она отправила денежку, и мы купили подарки. Еще волосы распустим, очень красивый мотоцикл. Дай. Что дай? Ты все, забыла про все остальные подарки? А какие еще? Ну как, она же вот это еще не открыла. Вот тут всяких, ну, всякие дракончики. Ой, красный. Динозаврики или что там. Там красный. И еще красный. Она мотоцикл увидела про все на свете. Видите, забыла. У тебя так много подарков, да? Я открыла, открыла. Давай, когда тебе надоест играться со всеми подарками, мы их передарим. Хочешь? За подписку. Чтобы они не валялись у нас на балконе просто так. Она открыта, сделаем, да? Полезное дело. Настя, подарим кому-нибудь, вот и дети будут играться. Настюша очень хорошо относится к подаркам. Она их не ломает. И они у нее прям буквально как новые всегда. Что-то. Просто ей надоедает. Дракошка. Ой, какой симпатюшка такой, тоже мягкий. С крылышками. Говорю, я не могу сфокусировать из-за того, что... Из-за того, что Тёма у мамы на руках. Привет, привет! Меня зовут Дракоша. Показывай, какие. Вот такой симпатюшный. Вот. Как зовут его? И как зовут нашего милашку? Вот у нее там... А здесь... А как? Синий. Вот. С синими крышками, крылышками. Написано. Зай, там написано у нее на бумажке. Амайя. А. Ну... Амауа. Может, Амалия? Нет, Амауа. Странно. Да, смотри. Реально. Ой. Вот как зовут нашего дракошку. А здесь Амайя написано. Ну, Китай, он и в Африке Китай. А теперь открываем еще и красную. Да? Да. Папа, помоги. Ну что, Настюша, ты согласна? Чего? Подарить свои подарки, когда тебе они надоест, ну, когда тебе надоест играться. Да. Подарить подписчикам. А? Да. Будешь дарить? Ну все, мы как надоест Настюше играться со своим мотоциклом, со своими поняшками. Она их передарит подписчикам, да?
Тот розок светится. Розок светится. Это есть тоже единорожек. Батарейка? Есть батарейка. Есть? Да, есть. Я уже его включила. Был опыт у меня. Сейчас он тоже будет светиться. Насколько я помню, его, по-моему. Подожди. Давай. Ух! Вот такая штука. Нравится, Настюш? Да. Такая мелочь, как бы вроде бы маленькая, но приятная и симпатюшная, да? Ну все, на этом подарки Настюшины все, да? Да. Это подарки, только подарки, которые подарила Аня Настюше. О. И вот у нас их сколько. Мотоцикл. И разные-разные всякие игрушки. Лошадки, да? Дракоши всякие. Тебе понравились подарки, Настюш? Понравились подарки? Да. Что еще раз? Ну как ты наиграешься, мы устроим конкурс, да? Да. Ты наиграешься и устроим конкурс на эти подарки. Надо, чтобы еще Аня там обещала. Что сестренке еще раз надо сказать? Спасибо. А еще что? Я тебя люблю. Молодец. Буквально через месяц эти подарки будут лежать в шкафу. Да? Все. Давай. Собираем эти подарки и открываем большой пакет. Или завтра? Откроем. Завтра откроем тот? Да. А то уж поздно. Давай завтра.